Друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Ну, сегодня займусь, наверное, очень интересной вещью. Давно я хотела это попробовать. Посадить фласки. Я купила эти фласки в Эквадоре. Здесь единственное того, что она плохо перенесла дорогу, болталась, все, некоторые листики подломались и почернели. Но вот здесь дата посадки у него 21 августа 2017 год. То есть уже получается 2 года на этой фласке. В принципе, уже можно будет рассаживать. Это у меня Cattleya Rex на Ericolor и на Doviano. Гибрид такой. И написано здесь 15 растений. А здесь у меня фласка Максима Гектор на Джиджи и на Анджела. Ну, в общем, голубая Максима. Вот. Я даже не пыталась ее, вот если ту я пыталась как-то ровненько поставить, то здесь она так и осталась. Вот я 2 месяца их получила. Кстати, это тоже посажено 31 мая 2017, то уже ей ровно 2 года. Почти, без нескольких дней. Ну, будем пробовать рассаживать. Берем, открываем нашу баночку. Только, наверное, а вот тут скотчик. Да, открываем наши майонезные баночки. Единственное, вот эту штучку я оторву. Я здесь напишу дату посадки. Пока нет, попозже. Вот мы ее, в общем, открыли. Ну, да, я даже вижу, что здесь плесень. Уже, в принципе, ее пора рассаживать, иначе она пропадет. Ну, вот где-то вот в таком плане я вытаскиваю их. Хорошо, что вот банки, не бутылки. И вот такая вот милашка получается в желейке. Так как струи у меня нету, я размываю ее под напором, вымываю весь этот агар, чтобы и не повредить растение. Вот они начинают. Начинаем считать. 1. Дальше. И проверяю растение, чтобы каждое было хорошо отмыто. Кстати, очень хорошие корешочки у него. Видно, что ему уже, он уже давно сидит. О, тут еще отвалились. 2, 3. Дальше у нас 4. Смотри, какие лапочки крупненькие. Так. Дальше. 4 мы считали. Вот здесь вот 5. Так как делаю это первый раз, боюсь. 6. Значит, листочки пропадать не хочу, отрывать. 6. Так, здесь 7. Смотрите, какой большой сеянец. Замечательный. Так, это 7. И сейчас посчитаю, еще кое-что скажу. Так, тут не отмыто еще. Так, 7 у нас есть. Ай, вот он, этот агар. Все, тяжело смывается. Есть. Так, это у нас было 6, 7, вот 8. У меня такое ощущение, что здесь несколько растений. А походу, да. Вот он, 7, 8, 9. Дальше. 10. И вот смотрите, вот эти вот корешочки, вот это вот молодые. Вот здесь уже пошел вот этот корень, который белый становится. Тоже взрослый корень. 10. 11, 12, 13, ну это скорее всего не жилец, 13, 14, походу нас обманули, 1, 2,
три. А, нет, не обманули. Нет, обманули. Нет, это походу... Оп, и либо оно срослось вместе. Не буду трогать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, нет, это очень просто маленькие. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пусть 14 у нас и будет вот этих малышей. Так, вот они. Так, сейчас мы камеру немножко подвинем. Вот. Вот они наши малыши. И что по поводу посадки. Вот я посадила буквально дня 3 назад. Это у меня вот здесь вот написано, это Давиана чисто. Вот я посадила его 19 мая, записала дату. И вот как оно выглядит, вот эта вот посадочка. Вот они, эти малыши. И я здесь взяла мох сфагнум новозеландский и перемешала с мелкой архиатой. И вот держу в таком закрытом состоянии такой контейнер. Получается мини-теплица. Сейчас я с этими сделаю то же самое, только с вами. Это у меня вот уже подготовленный здесь субстрат, который я намешала. И, в общем, выкладываю его сюда. Ну, где-то вот таким слоем. То есть небольшим. Мох у меня немного влажный. Я беру немножко мха, потому что придется некоторые части закладывать. Вот. Беру и делаю как лунку небольшую. И туда ее. А, и, кстати, я вот что хотела добавить. Вот чем сильнее сеянец, тем быстрее он будет расти. И получается, в банке бывает одно, там, два лучших растения, а все остальные посредние. Ну, средненькие. А вот она наша, по-моему, нашли 15-е. Вот, мы сейчас ее также сделаем лунку. Посадим. И, в общем, они растут лучше, быстрее, быстрее зацветают. Ну, и здоровье у них сильнее, чем, например, вот у таких. Они будут расти более медленнее. И часто бывает, даже они погибают. Так, луночки. Я в прошлый раз садила, еле 15 штучек вместила в этот контейнер. Тоже вот неотмытый агар. Вон, сейчас смоешь ламу. Смотрите, какая милашка. Маленькая котлейка. Честно, никогда не думала этим заниматься. Тут как-то захотелось, наверное, поиграться с этой малышней. Ну, если учесть, что оно так будет стоять в контейнере, его, естественно, открывать я буду проветривать раз в день. И, в принципе, закрывать растения должны неплохо. Буду, когда рассаживать их в горшки, не знаю. Буду смотреть, как они будут готовы, когда вот уже дадут хорошие корни взрослые, вот эти белые, которые я показывала. Вот так. Я, правда, не знаю, как их садят на ферме, эти сеянцы. Но что-то мне подсказало, что в моих условиях лучше их посадить так, потому что сейчас грядет лето, жара. И смотрите, что у нас получается. Огородик маленький. И они просто высохнут, если я их посажу сразу в горшки. Оно будет ясно, как они поведут себя через пару месяцев. Кто выживет. Потому что, ну, многие, кто садил, говорят, вот выживаемость у них плохая, мало остается. Я так скромненько начала с котлей Давианы. Ну, думаю, ну, если заниматься чем-то, то чем-то интересным. Так, у нас сеянцев больше не осталось. Вот последний я досаживаю. Нахожу где-то место. Вот. Докладываю кое-где мха, где нужно. И, получается, я их не тревожу.
По поводу полива я, наверное, все буду опрыскивать немножечко субстрат. Ну, возьму сажби и вот это 10-52, 10 петерс. Опрыскаю и закрою. Хотя этот я уже закрою сейчас. Вот наши детки. Закрываю крышкой. И беру эту штучку, отклеиваю. Правда, она намокла. Так. Туда будем. Ай! Ай-яй-яй, все порвалось. Ладно, тогда напишу и наклею эту бирочку, что посадила сегодня. Пока она так посидит. Ну, а вторую фласку я, наверное, с вами размою. А здесь вообще полиэтиленом замотано. Так, и что у нас? Этот у нас вот Рекс, ну, интересный гибрид. Ай, жилех. Ну, наверное, аккуратно поубираю вот эти черные листочки. Оно все живое, просто вот это, видно, поломалось в дороге. И сейчас покажу, как я также посажу. Ну вот, собственно, что у нас получилось. Здесь я черные листочки не обрывала. Ну, здесь мне показалось, что здесь больше сеянцев, но какие-то были одни хорошие, а другие как недоразвитые. Ну, посмотрим, что будет у нас вырастет. Я сейчас хочу их обработать. Этим сразу огни и маленькая доза удобрений, ну, для развития корневой. Бирочки я сделала вот такие, подписала все. Ну, как бы дата первого посева, потом дата второго посева и когда высажены, грубо говоря, в грунт. Сейчас я закрываю это крышечкой. Они мне будут расти не под лампами, а просто стоять на столе. Этот я сейчас тоже обработаю. Все. Ну, а теперь время покажет. Буду информировать вас через полгода, как они выросли. Вот, получается, мои три фласки. Первая это Viana. Это Рекс на Эриколор на Довиану. И это Максима голубых сортов. Ну, спасибо за просмотр. Надеюсь, это было вам интересно. Пока-пока.